Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики наших информационных порталов и блогов. С уважением к вам, я Владимир Курский. Сегодня я хочу вас познакомить с нашим новым проектом СНР, Союз народов России, который создан на базе Всероссийской общественной организации «Планета Добра». Вы знаете, мы занимаемся разными видами деятельности, и у нас есть каналы «Честная Россия», где мы говорим о патриотических моментах, о честной России. Также есть канал «Судьба арестанта», где мы говорим о всем том, что происходит в арестантском мире. Есть канал «Россия криминальная», есть мои творческие каналы, так как я являюсь еще исполнителем русского шансона. И нами организована Всероссийская общественная организация «Планета Добра». Она организована уже очень давно, и фонд, и мы на протяжении долгих лет помогаем больным людям, детям, онкобольным, детским домам, инвалидам, храмам, религиозным конфессиям. Сейчас с начала СВО мы организовали группу помощи военным России, да, то есть, соответственно, также постоянно раз в неделю от нас уходят благотворительные конвои гуманитарной помощи на фронт по всем линиям. И на базе того, что мы видим, что происходит в обществе, именно социальное напряжение касаемо межнациональных конфликтов, межрелигиозных конфликтов, агрессия, видим то, что западным врагам и западным непосредственно медийным холдингам, которые через провокаторов, продажных блогеров, иноагентов запускают и взрывают разум через СМИ, через интернет нашим гражданам, а так как люди сейчас, к огромному сожалению, не растут, как мы росли на улицах, у нас не было телефонов, мы общались, дружили, у нас не было интернетов, мы все узнавали из книг и из жизни, как она есть. Но сегодня, к сожалению, очень большое количество людей находится все время в интернете. Чем воспользовались и пользуются именно те, кто работает на разъединение России, на разъединение вообще люда, человека, традиционных ценностей, человеческих ценностей. И через свои купленные платформы и площадки они занимаются зомбированием и занимаются вот такими провокационными всеми моментами. На фоне этого нами создан Союз народов России, где мы хотим объединять всех жителей, патриотов своей страны, людей, которые любят свою родину, ту родину, которую мы сегодня, преклонный, зрелый, средний возраст, должны оставить своим будущим поколениям, такой, какой нам ее оставили наши предки, сильной и великой России. России, которая существует из многонациональных народов. Мы не можем существовать друг без друга. Да? На территории России 190 народов. И все мы – это одна большая Россия. И сегодня вся работа, которая проводится на разъединение народов, на межнациональную неприязнь, это работа против единство России. Это на подрыв целостности, да, целостности государства. И на искоренение традиционных ценностей, прививая нетрадиционные ориентации, однополые браки, шоу-бизнес отвратительный, который сеет грязь, и подавая пример тем, кто живет в интернетах, да, конфликты на улицах, ряд разных ситуаций, да, которые мы видим происходят сегодня. И наша задача нашего Союза народов России – это объединить всех людей. Ни в коем случае, чтобы никто не ссорился. Все научились взаимоуважительно относиться друг к другу и понимать, что мы одно целое. Да? На возрождение традиционных ценностей, доносить до масс, до людей, до общества, до молодежи, да? Что есть неприемлемые вещи, такие как нетрадиционные ценности, как предательство, подлость, грязь, наркотики, там, межнациональная неприязнь, национализм, маниакальный национализм, да? На то, чтобы проводить совместные культурно-массовые мероприятия, поддерживать спорт, поддерживать молодежь, помогать детским домам, онкобольным, людям-инвалидам, социальных проблем очень достаточно много. Основополагающим аспектом, конечно же, является сегодня поддержка военных России и нашего президента Владимира Владимировича Путина. Поддержка семей военных и офицеров, которые ушли из жизни, защищая нашу Родину. Вот это все, это миссия и идеология нашего Союза народов России. Сегодня на этом канале я хочу вас познакомить с нашим YouTube-каналом СНР, Союз народов России, и также социальными сетями. Телеграм-канал, ВК, ТикТок, Рутуб, Инстаграм, Одноклассники. Подписывайтесь, здесь мы будем говорить о многом, о том, о чем нужно сегодня говорить, потому что пока мы молчим, враги работают. Но мы должны, каждый гражданин, каждый порядочный мужчина, на ком лежит ответственность за то, какой мы передадим страну нашим детям, должны говорить
И не только говорить, но и что-то делать. Подписывайтесь, будьте с нами. Благодарим за все. Всем, кто захочет вступать в нашу организацию, пишите, обращайтесь. WhatsApp 8-917-923-3030. E-mail snr.rus@mail.ru. Мы будем рады общению и присоединению в нашу организацию людям всех национальностей, всех религиозных вероисповеданий, потому что мы люди. А у людей нету нации, нету разделений, нету неприязни. Каждый человек, здравомыслящий, порядочный, живущий с Всевышним сердцем, его основное понимание и миропонимание – это уважение и любовь друг к другу. Любить свою родину, уважать и быть достойным человеком, уважительным человеком. Без гордыни, без тщеславия, без национализма, без маниакально каких-то настроенных вещей к своим гражданам. Поэтому подписывайтесь, будьте с нами. С уважением к вам, Владимир Курский.